уважаемые жители и гости курорта. Мы стоим на пороге зимнего сезона. Сейчас фиксируется повышенный спрос на отдых в Сочи. Бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90%. Есть и те, кто уже полностью завершил продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в гости к нам приедут туристы из всех регионов России. Более того, в Сочи продолжается прирост постоянного населения. Мы видим это по нашим школам. За первые два месяца нового учебного года количество учеников в них выросло на 1000. То есть 1 сентября в Сочи сели за парты 72 тысячи учеников, а 1 ноября их стало уже 73 тысячи. Это практически еще одна школа. Семьи с детьми приезжают к нам со всей страны. Кто-то на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке. Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены в Сочи апартаменты. Поэтому всем, кто уже находится в городе и кто только планирует приехать, напоминаем. Сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов. За 8 месяцев пандемии при населении в 600 тысяч человек в Сочи было всего 1697 заболевших. Обращаюсь ко всем прибывающим в наш город. Вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае. В первую очередь это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей. Соблюдение социальной дистанции. Хочу напомнить и жителям города, и всем нашим предпринимателям, все санитарно-эпидемиологические меры и требования Роспотребнадзора должны соблюдаться в обязательном порядке. Давайте вместе сохраним жизнь и здоровье друг друга.